Всем привет, друзья, это канал Масалим. В работе у нас Kia Optima. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор. Пол в багажнике, несколько кусков вибры. На задних арках по такому небольшому квадрату вибры. А это в автомобиле самые шумные места. Задние крылья голые. Задние двери, пару полосок вибры. Слышите, как звенит металл. И передние двери ничем не отличаются от задних, также пару полосок вибры. Пол более-менее вибры пролит. По мнению владельца данного автомобиля, шумоизоляция все равно слабая, поэтому приступаем клеить. Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Kia Optima. Проклеили у нас пол в багажнике. Проклеили и тщательно прокатали задние арки, крылья. Двери у нас будут клеиться в 4 слоя. Покажу вам поэтапно, как они клеятся. Первый слой проклеили вибропласт. Второй слой клеим шумопоглотитель, 6 мм толщина его. И по правую сторону приклеили уже третий слой вибропласта. А также обработали поверхность пола. Смотрим дальше. Клеить шумоизоляцию на автомобиле Kia Optima. Видите, у нас проклеен пол в багажнике вторым слоем шумопоглотителя. Также проклеили задние арки, крылья. Нанесли четвертый слой в дверях. И также проклеили пол в салоне. Приступаем собирать. Начали сборку салона после полной шумоизоляции автомобиля Kia Optima. Эти весь пластик, все детали стоят на своих местах. Никаких повреждений после разборки и сборки салона мы не оставляем. Все стоит по заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!